В Мытищах Центр компьютерной грамотности находится по адресу улица Юбилейная, 27. Отметим, что предварительное голосование в этом году проходит по самой открытой и конкурентной модели. Избиратели в Подмосковье смогут принять участие в праймерис и определить, кто будет представлять их интересы на выборах в Государственную Думу и Московскую областную Думу 19 сентября. Бюллетени для онлайн-голосования на сайте предварительное голосование er.ru доступны избирателям с сегодняшнего дня. Стать избирателем и принять участие в праймерис жителям Мытищ помогут в Центре компьютерной грамотности. Волонтеры помогут со всеми трудностями, которые возникают у вас при использовании сайта предварительное голосование er.ru. Центр поддержки голосования будет работать с понедельника по пятницу с 9 до 18.00. И все желающие проголосовать, у которых возникли те или иные проблемы, могут прийти и получить здесь консультацию и поддержку. Но голосование будет проходить дома. В центре поддержки проголосовать не будет возможности. В составе графа дежурства будут находиться волонтеры, которые компетентны в этом вопросе и окажут всю необходимую помощь.